Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке! Сегодня в этом видео мы поговорим о словах, с помощью которых вы можете и нейтрализовать негатив, и убрать его из своей жизни. Поэтому обязательно используйте эти волшебные магические слова. Что же это за слова и как правильно ними пользоваться, далее в этом видео. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Всем приятного просмотра! Абсолютно каждое слово, которое мы с вами произносим, обладает определенной энергетикой. Но есть слова, которые притягивают к нам негативные моменты и разрушают нашу энергетику. А есть наоборот слова, которые помогают нам избавиться от разных проблем и притягивают к нам положительные энергии. Поэтому очень важно следить за тем, какие слова находятся в вашем обиходе. Ведь этим можно контролировать то, что мы к себе притягиваем. И с их помощью вы можете изменить то, что вас не устраивает в жизни. Каждый из нас индивидуален и является носителем определенного типа энергии, которые не похожи между собой, ведь эта энергия зависит от вибрации нашего голоса, интонации, с которой мы произносим слова, и от смысла, который мы вкладываем в них. С помощью слова можно помочь, и также с помощью слова можно принести непоправимый вред. Как вы будете использовать эту силу и энергию, зависит только от вас. С помощью слов мы общаемся между собой, мы высказываем свои чувства, эмоции и ними же притягиваем разные события в нашу жизнь. Поэтому не забывайте, что с помощью слов, которые присутствуют в нашем лексиконе, мы способны делать энергетические посылы. Часто в моменты эмоционального всплеска произносятся слова, которые меняют нашу жизнь не в лучшую сторону. Поэтому, прежде чем что-то произнести вслух, лучше остановиться и хорошо подумать. А для того, чтобы контролировать слова, нужно научиться контролировать свои эмоции. Это очень непросто, но научившись этому, вы сможете обезопасить себя от неприятных моментов, которые могут появиться в вашей жизни при неправильно сказанном слове. Поэтому начните с того, когда будете вы злиться или вы не будете знать, что сказать, посчитайте в этот момент до 5. За этот период, в течение 5 секунд, вы успокоитесь, и нужные слова сразу придут в вашу голову. А также вы не произнесете то, о чем потом будете жалеть. Это очень простое действие, но оно поможет вам научиться управлять своими эмоциями и словами. Возможно, вначале будет вам нелегко, но с каждым таким разом вам будет становиться все легче и легче, а затем и вовсе войдет в привычку. Но у каждого человека в жизни бывают моменты, когда эмоции берут вверх, и контролировать себя, к сожалению, не получается. Если у вас произошел такой момент и вылетели слова, которые несут негативную программу, нужно срочно произнести слова, которые нейтрализуют действие уже сказанных слов. Говорите эти слова не спеша, от чистого сердца, и вложите в них сожаление о том, что не смогли удержаться, чтобы не произнести эти слова. Первое слово – это «отменяю». Это слово поможет вам отмотать мысленно события обратно и сделать совсем по-другому. Не произносите эти слова, которые вы произнесли. Именно это слово, слово «отменяю», перепрограммирует ваш посыл. После него сразу проговорите нужную для вас фразу или слово. Таким образом, вы запустите нужный вам энергетический цикл, и сказанное не навредит вам. Следующее слово – это слово «стерто». Это слово также поможет вам изменить то, что вы сказали, в нужном для вас ключе, так как, произнося его, вы сможете обнулить весь неправильный посыл. Но делайте, пожалуйста, это очень быстро. Такая практика ничего не сможет изменить, если вы о своих действиях начнете жалеть даже через 10 минут. Следующее слово «меняю».
Это слово также способно оттолкнуть негативные энергии, которые вы начали притягивать в это время. А когда произнесли необдуманно слова, которые притягивают негатив, и вместо них вы можете привлечь положительные энергии, вернув все на тот энергетический этап, с которого в вашей жизни все начиналось. Далее возвращаю. Используя это слово, вы сможете вернуть положительные энергии к себе обратно и оттолкнуть любой негатив, который вы привлекли в свою жизнь необдуманными словами. Также это слово можно использовать и в тот момент, когда кто-то из людей делает неправильный для вас посыл. Произнося его, вы быстро вернете человеку его отправленные негативные энергии. Часто люди не задумываются над своими словами и не понимают всей серьезности и силы сказанных слов, и этим вредят не только себе, но и окружающим людям, понеся при этом определенный негативный заряд. Поэтому не бойтесь пользоваться силой слов. Так вы сможете еще и обезопасить себя на определенном этапе, когда встретитесь с недоброжелательным человеком. Ведь важно знать, как быстро отбить любой негатив. Также следите за тем, что вы произносите. Ведь вы уже поняли, сила слова влияет не только на вас, но и на все, что находится рядом с вами. Поэтому пытайтесь измениться в лучшую сторону, расширить свой словарный запас. Только, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом. Пытайтесь каждым разом что-то улучшить. Меняйте негативные слова на слова, которые несут позитивные заряды. И тогда не только все в вашей жизни перейдет на другой, новый, обновленный уровень, но и в то же время принесет положительные изменения. В вашей жизни обязательно появятся такие понятия, как счастье, как удача, а также уйдут все проблемы и несчастья, которые вас беспокоили. Помните, мир, который вас окружает, станет намного лучше. Не забывайте, если захотеть, можно сделать все. Ведь человек способен на такие достижения, о которых он порой даже, возможно, не подозревает. Помните о том, что все в ваших руках, и как этим пользоваться, вы должны определиться сами. Поэтому, друзья, постоянно мыслите и думайте, какие слова вы говорите, потому что наши слова влияют на нашу энергию, а наша энергия влияет на нашу жизнь и на те события, которые происходят в ней. Поэтому очень важно, чтобы вы всегда были на позитивной. Да, мы все люди, мы все имеем эмоции, но вы знаете, когда человек становится мудрее, он по-другому реагирует на те или иные события. Он не впадает в депрессию, в апатию, он не злится, не завидует, потому что он понимает, что это его жизнь, и ему только принято решение менять эту жизнь. Мы надеемся, друзья, эти советы и рекомендации были полезны для вас. С вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы услышимся с вами уже в следующем видео.